Напомню, работы начались в октябре прошлого года. Автомобилистам все это время приходится делать крюк почти в 2,5 километра через поселок Зубова-Щель. Знаменитый мост на автостраде Джубга-Сочи был открыт в 1999 году. Высота несущих опор достигает 80 метров, но протяженность моста более полукилометра. По этой прямой автомобилисты экономили почти 10 минут пути. Сейчас дорогу на мосту покрывают асфальтом. Произведена замена дорожной одежды, произведен ремонт опор с покраской, заменено барьерное ограждение, и сейчас осталась самая малость. То есть сегодня мы завершаем укладку асфальта, поверхностный слой износа, так называемый, рассчитанный на 5 лет эксплуатации, щебеночно-мастичный асфальтобетон. Дорожное полотно было действительно заменено полностью, включая гидроизоляцию. До конца апреля планируется заменить и временное освещение, установить внутренние барьерные ограждения. Кстати, мост построен по инновационным технологиям и способен обеспечить сейсмоустойчивость объекта до 9 баллов. Объект планируют сдать в эксплуатацию к майским праздникам.